В настоящее время ситуация в религиозной сфере Жамбулской области стабильна. Об этом на брифинге службы региональных коммуникаций сообщила руководитель Центра исследования проблем религии Кинжикуль Жумикеева. Организация, основанная в июле 2014 года, изучая религиозную ситуацию в области, проводит профилактическую работу. В этих целях в рамках государственной программы на 2013-2017 годы проводится систематическая информационно-разъяснительная работа по профилактике религиозного экстремизма и популяризации традиционных религиозных ценностей. В частности, в текущем году проведено 610 мероприятий, участие в которых приняли 21 647 людей. Также были организованы встречи с сотрудниками государственных учреждений и проведено 158 разъяснительных мероприятий с заключенными. Кроме того, в данном учреждении предусмотрена услуга анонимной помощи гражданам, отметил руководитель ведомства. По ее словам, с начала ввода данной услуги уже обратилось 69 человек, и все они получили необходимую полноценную для себя информацию. Здесь выполняют свою работу и теологи-религиоведы. Так, в социальных сетях выявлено 190 подозрительных страниц, носящих экстремистский характер. С ними на данный момент ведутся индивидуальные разъяснительные работы. Как вы знаете, 2-3 года назад основной моделью одежды у приверженцев нетрадиционной религии были короткие брюки, длинная борода и несоблюдение традиций нашего народа. После того, как мы провели системную разъяснительную работу, они поменяли свой образ. Они удлинили свою одежду, укоротили бороды. Теперь их могут выявить только специалисты-религиоведы.